Россия продолжает тотальную зачистку коррупционеров. На этой неделе задержан и отправлен за решетку экс-мэр Вологды Евгений Шулепов. Кадры задержания опубликовала пресс-служба областного УМВД. В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела – превышение должностных полномочий и взятка. Ранее Шулепов сообщил на своей странице ВКонтакте о проводимых у него обысках и вменяемых преступлениях. Он назвал оба повода смешными и нелепыми. Насколько все это смешно, выяснит следствие. Известно, что противоправная деятельность была выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. На текущий момент проводятся обыски, осмотры, допросы лиц и иные следственные действия. Также отличные новости пришли из Екатеринбурга, где задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковника Андрея Дьякова. Задержание произошло в рамках расследования мошенничества с получением налоговых вычетов на огромные суммы. Продолжаются обыски и выемки документов. Полным ходом происходит задержание в Министерстве обороны России. Так, арестован бывший командующий 58-й армии ВС РФ генерал-майор Иван Попов в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с генералом были задержаны его заместитель и некое высокопоставленное должностное лицо, имя которого пока не называется. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.